Доброе утро. Вот сегодня я сделала быстро авоскопию попугайных яиц. Вот, и вынула неоплодные яички. Из семи вот три неоплодных и четыре оплодных у нас получилось. Но я сделала это очень быстро, снимать не стала, чтобы не пугать лишний раз попугайчика. Пока мама вот вышла покушать, я быстренько яички просмотрела. Вот, и вынула те, которые пустые, чтобы ей легче было насиживать остальные. И вот я их положила, чтобы сравнить рядом с куриным яйцом. Вот это перепелиное яйцо. И вот это вот получается у нас яйца травяного лазурного попугайчика. Вот. И сейчас мы их взвесим на весах. По весу, как они отличаются, сравним. Так, сейчас. Итак, вот куриное яйцо у нас. 58-57 грамм. Вот такое неплохое яйцо. Перепелиное. Перепелиное весит, ну, 10-11 грамм. Вот это 10. И попугайное. Боже мой, 4 грамма. И вот 4 грамма весит яйцо попугайчика. Вот они. Вот такие. Посмотрите, даже по форме интересно. Куриные, да, перепелиные, они такие более вытянутые, овальчиком. А попугайные, они какие-то такие кругленькие. Вот. Больше кругленькие. Вот так вот. Всем пока.